В деле, касающемся фуд-ритейла, контроль качества имеет первостепенное значение, и следующий наш спикер знает об этом многое. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Герман Кузьменко, я руководитель продаж индустриального сервиса по России. Я представляю компанию HQTS, и мы являемся компанией, которая предоставляет услуги по независимому контролю качества, инспекционным услугам, сертификации и аудиту поставщиков. Скажите, пожалуйста, кто ваши клиенты? В секторе продукты питания нашими основными клиентами являются ритейлеры, крупные импортеры и сейчас экспортеры, которые хотят выйти на рынки Юго-Восточной Азии, в частности, рынок Китая. Это наши основные клиенты. Расскажите, как вы помогаете усовершенствовать систему контроля, или вы берете все абсолютно на себя, и ритейлеры могут вообще не беспокоиться за этот аспект работы? Мы стараемся работать чтобы у клиента было как меньше. Единственный вопрос, который был у клиента, это набрать наш телефонный номер и вовремя выполнить платеж за исполненные услуги. Ну, а в реальности, конечно, процесс контроля качества, особенно сейчас, когда определенные сложности наблюдаются в логистике, конечно, он сложный. Но мы предоставляем услуги полного цикла, то есть от поиска предприятия, его аудита, проверки репутации, и далее мы производим контроль на всех стадиях производственного цикла, то есть от входного контроля, далее контроля в процессе производства на стадии 10, 30%, 50% и на стадии 100% готовности. Ну и далее предотгрузочная инспекция, то есть полный сервис. Здорово. Расскажите, пожалуйста, как вам выставка? Я так понимаю, что вы находитесь непосредственно в своем океане. Как раз здесь очень много именно ваших клиентов, которые наверняка нуждаются в вашей помощи. Выставка великолепная. Это великолепная площадка для того, чтобы предложить свои услуги, обсудить непосредственно с конечным потребителем проблемы, существующие в отрасли. Потому что в текущем рабочей атмосфере не всегда есть на это время, то есть вникнуть в проблемы существующие, придумать для них решение заранее. И встретиться с конкурентами, это да, действительно так. Обычно мы нас на конкурентов, ну, конкуренты, очень жесткий рынок, поэтому мы, как правило, смотрим через прицел друг на друга. А здесь, как ни парадоксально, можно встретиться, обсудить и какие-то моменты прикинуть, где можно совместно крупный проект выполнить совместно. То есть, как площадка для увеличения продаж. Это очень хорошая выставка, это очень хорошее подспорье. И примирение с конкурентами, и взгляд в одну и ту же сторону. Спасибо большое, спасибо за такие лестные отзывы о нашей выставке. Надеюсь, до встречи и в следующем году, где тоже мы постараемся удивить вас и бизнес-частью. И надеюсь, там вы найдете тоже огромное количество своих потенциальных клиентов. Ну, большое спасибо. Я хочу сказать, что с момента, когда мы на такой выставке принимали участие, объем продаж нашего российского филиала превысил объем продаж индийского филиала. Сравните, да, рынок по населению. Поэтому я надеюсь, увидимся как можно быстрее на этой платформе. Спасибо большое.